Праздник вечной музыки. Народный артист России Юрий Розум рассказал о предстоящем международном фестивале искусств «Звездный». На пресс-конференции в Загорянской детской школе искусств, носящей имя прославленного маэстро, Юрий Розум рассказал о задачах и программе фестиваля, поддержке талантливых детей и артистов с именем, которые в апреле выступят на сцене районного культурного комплекса. Фестиваль наш, который затевался с самого первого дня существования фонда, как мы организовались, первой акцией была фестиваль. Что он, вопреки многим опасениям и предположениям, что вот один фестиваль пройдет, и потом все разбегутся, вот он остался жить и приобретает какие-то новые формы, и обрастает новыми друзьями, и новыми музыкантами. Каждый год фестивальные концерты посвящены важным датам или событиям. На этот раз Юрий Розум приготовил 4 встречи со зрителем. Гала-концерт открытия фестиваля «Маэстро» 10 апреля посвятил своему отцу, народному артисту РСФСР Александру Розуму, которому исполнилось бы 95. Во времена всесоюзных гастролей ведущий солист Московской филармонии не раз выступал с концертами в Загорянке. В 59 году в поселке была образована музыкальная школа. Будет выступать, я считаю, один из лучших басов современности, Михаил Гужов, солист театра «Геликон», и замечательный мой друг, как его сейчас называют, «Голос без границ», Игорь Монаширов, который споет и тенором, и контртенором. В общем, должен быть интересный концерт, а завершит его выступление академического хора «Русской песни», которым в свое время руководила моя мама, Галина Рождественская, народная артистка России. Традиционно в рамках фестиваля пройдет сольный концерт Розума. 15 апреля маэстро исполнит произведения Бетховена, Шопена, Чайковского, Скрябина в память о жертвах трагедии в Кемерове. Еще одна традиция фестиваля – детский концерт с участием стипендиата фонда Розума и щелковских музыкантов. Он пройдет 21 апреля. Зритель увидит на сцене давнюю стипендиатку фонда Розума, первокурсницу магистратуры Академии имени Гнесина Алену Ростовскую. Фонд Юрия Розума – это то, что России сейчас необходимо, как воздух, потому что музыкальное искусство дает духовные ориентиры. Юрий Александрович, он дает это направление и помогает детям тоже сориентироваться в этом огромном мире. Воспользовавшись роялем, Юрий Розум саккомпанировал Алене Ростовской. Заключительный гала-концерт по страницам великих биографий 27 апреля будет наполнен вокальными, инструментальными и оркестровыми номерами. Слушателей порадует игрой симфонический оркестр Российской армии, прозвучат фрагменты из первого концерта Чайковского «За роялем» Юрий Розум. Благодаря поддержке администрации Щелковского района вход на все 4 концерта бесплатный. Международный фестиваль искусств «Звездный» имеет огромное значение для развития и популяризации классической музыки и искусства в Щелковском муниципальном районе. Мы говорим о том, что несмотря на определенные условия финансирования, фестиваль продолжает свою жизнь, продолжает работать в Щелковском муниципальном районе и за его пределами. Фестиваль искусства «Звездный» обещает стать масштабным культурным событием в Щелковском районе. В нем примут участие как молодые таланты из России, из дальних уголков нашей страны, так и известные артисты. Михаил Налетов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».